Давай поохотимся на троллей. Хорошо, давай попробуем. Отведу тебя туда. Хочешь понять, что ли? Thank you.
Здоров, бугай! А толку мало. Тебе конец, тварюга! Тролли мертвы, что теперь? Это произведет сильное впечатление на орков. В любом случае, я сначала вернусь в крепость. Мы на чеку. Поговорим позже. Хочешь еще волчьих шкур? Ты хороший охотник. Нам в крепости нужны такие парни, как ты. Пропусти меня в крепость. Все вы дали мне ваше согласие. Входи. Такие, как ты, могут нам пригодиться. Тролли убиты. Ты действовал как воин. Ты окажешь мне честь, если будешь носить мое оружие. Покажи. Ты можешь меня чему-нибудь научить? Ты доказал, что ты великий воин. Но этого недостаточно, чтобы стать хорошим кузнецом. Чтобы формовать сталь, ты должен быть прежде всего сильным. Видишь тот большой камень позади? Сможешь его поднять? Значит, ты сильный.
Для меня это слишком тяжело. Для меня это слишком тяжело. Смотри, чтобы тебя не убили. Мирзо разорен. Я закрыл его дело. Это даже больше, чем я ожидал. Неплохо. Вот, возьми это в качестве награды. Ты научишь меня драться? Да. Ты научишь меня драться? Дай мне подумать.
О, Инос, как я испугался. Проклятие. Как ты вошел сюда? Для воина ты слишком пуглив. Ты уже выглядывал из пещер? Эти зловещие потрошители отняли все, что есть наверху. Не знаю, как тебе удалось пробраться мимо этих отвратительных тварей. Зловещие потрошители уже история. То есть как? Они мертвы? Так оно и есть. О, так выходит, я должен тебя отблагодарить. Вот мои обещанные 100 золотых. Повстанцы в Акаре нуждаются в людях. Ну и что? Мне-то какое дело? Я хочу, чтобы ты пошел в Акару. Любопытно, как ты убедишь меня это сделать? Иди в Акару, вот тебе 300 золотых. Что ж, если ты так любезно просишь, спасибо. Увидимся в Акаре.
Ах!